Здравствуйте, друзья, с вами математик, всем хороших цифр. Сегодня я задался вопросом, решает ли BM и Gear Level для показателя вашего хила в рейде или группе? Или все-таки ваше старание и навык значит нечто больше, чем банальная цифра вашего BM? Этому поспособствовало приглашение в рандомный Hero Raid на 10 человек от моего англоязычного друга, в котором мне удалось посоревноваться с одним из топовых бардов по БМу нашего сервера из гильдии Never Idles под ником Солена. И так, абсолютно случайно, мой друг Шака пригласил меня в рейд на 10 человек. Вот мы стоим уже в рейде перед первым боссом, и посмотрите на Солену, она занимает второе место среди всех бардеров на сервере Урумареда с БМом почти в 10 тысяч. К примеру, я всего лишь на 13 месте с БМом 9090. Посмотрите, у нее три части сетовых, 152-я легендарная пушка, лук. По сравнению со мной это, конечно, круто, потому что с моими 143-м гирлевелом, с одной сетовой частью, всего лишь только перчатки у меня сетовые, и лего у меня всего лишь 128-я. Будет интересное соревнование. Начинаем пулить босса. Постараюсь по ходу объяснять свои действия. Первым делом я включил Song of Heroes, чтобы установить людей на дамаг, на силу крита, и стараюсь его поддерживать, тем самым еще захиливая. Сразу сначала я врываюсь на первое место. Обратите внимание, нас пока что три хила, но Айзен, к сожалению, отвалится в середине этого данжа. Так потихонечку мы подходим к первой фазе, где будут два моба. Пока что я перехиливаю Солену. Пока что все идет хорошо. Итак, первый моб. Напоминаю, рейд абсолютно рандомный. Люди достаточно сильные, но, к сожалению, с организованностью у них не очень хорошо. Один уже уехал, как видите. Так, продолжаем. Продолжаем бить босса. И вот уже Айзен со мной сравнялся. Но, к сожалению, он сейчас по каким-то причинам отвалится. Так, прошел хороший дамаг, захиливаем это дело. Здесь мы резко врываемся почти с двукратным увеличением от Солены. Солена, наверное, это девочка, так что будем называть она. Видимо, она не особо старается или плохой у нее пинг, не знаю. Но в любом случае цифры меня радуют. Продолжаем дамажить босса. Подходим к 60%, захиливаем танка. Так, имеем двукратный отрыв от Солены. Люди с бомбами убегают в край карты. Не сильно далеко, кстати, не убегают, так что сейчас нас жахнет, скорее всего. Вот нас и жахнуло. Обратите внимание, третий хил уже давно отвалился, Айзен. Еще один отъехал. Пытаемся захиливать этот беспредел, это безобразие. Конечно, то, что творится, это полный трындец. Уже трое мертвы. По-прежнему имеем хороший отрыв от Солены. Хотя, насколько вижу, она тоже не спит, стоит хилит рядом со мной. Очень важно именно реагировать и предугадывать действия босса, когда вы хилите. Чтобы понимать, когда оставить кулдауны, когда прожать сейвы, когда прожать ваш щит бардовский. Продолжаем дамажить, отходим с луж. Ну вот, отрыв сокращается. То есть отрыв уже чуть больше, чем миллион хила составляет. Но, тем не менее, все равно это значимо. Так, продолжаем накручивать. Еще один наехал. Так, видно, наш друг, который стоит по центру, не знает, что на нем бомба.
отдыхали, продолжаем дальше дамажить и хилять. Босс осталось совсем чуть-чуть. Посмотрим, что будет с нашим хилом. Продолжаем накручивать. Song of Heroes. Вот появился у нас еще один пак мобов. Убиваем их в определенной последовательности. Захиливаем. Наверное, скоро надо будет отдать щит. Давайте это сделаем. Отлично, щит засейвил, ребят. Убиваем третьего моба. Крутим Song of Heroes. Крутим. Отлично. Продолжаем дамажить босса. Осталось менее 30%. Главное, чтобы бомбы сейчас ушли на край карты. Продолжаем делать свое дело. Отрыв уже порядка 1,5 миллиона. Повторяю, что для барда отрыв в 1000 БМ это достаточно много. Ну давайте, ребята, еще чуть-чуть. К сожалению, здесь я немножко прослакал, отвлекся. И меня положил вот этот космический шар, который летел слева. Я очень поздно его увидел, не успел отойти или отпрыгнуть, а ресов больше нет. Ну ладно, посмотрим, как они добьют босса и добьют ли. У босса 10%, по-прежнему у меня отрыв 1,5 миллиона. Пять процентов. 4%. Скорее всего, ничего не изменится по отрыву хила. И босс упал. И посмотрите, у меня 6,5 миллионов, у Солены 5300. То бишь мы победили иностранцев. Всем спасибо, всем хороших цифр. С вами был Математик.